Главная цель пробных топок – проверить готовность всех систем к работе в зимний период и сделать это заранее, до наступления холодов, чтобы была возможность исправить выявленные недочеты. Как уточнили в компании МЭС, сегодня к теплоносителю подключены практически все дома в железнодорожном микрорайоне. Исключение составили здания, не получившие акты готовности к зиме из-за нерасторопности управляющих компаний, но таких единицы. У управляющей компании есть 72 часа для того, чтобы отрегулировать систему отопления в домах. Получается, что в данный момент у нас подача тепла уже началась в жилые дома. Она проходит в штатном режиме, а уже внутри домов управляющие компании смотрят. Если, например, завоздушивание системы, да, так называемые воздушные пробки, из-за которых в некоторых помещениях дома может быть холодно. Поэтому здесь активно должны подключаться и сами жители. Если, допустим, вы чувствуете, что у вас в доме наконец-то потеплело, и при этом у вас, допустим, на кухне нет тепла или в ванной, по какому-то одному стояку в целом доме, вы не стесняйтесь, обращайтесь в управляющую компанию, оставляйте заявку, сообщайте, где, в каком конкретно помещении квартиры у вас холодно. Это нужно для того, чтобы управляющая компания избавилась от полностью от завоздушивания системы, и уже официально в настоящий отопительный сезон дома вошли в нормальном плановом режиме, и жители бы не испытывали дискомфорт. Пробные топки в железнодорожном микрорайоне продлятся до 7 сентября. Затем наступит черед первой котельной. Она отапливает жилые дома в центральной части города.